Наблюдатели ОБСЕ заблокировали в неподконтрольных Горловке и Донецке. Как живут регионы в красной зоне эпидопасности? И накануне большого футбола «Шахтер-Реал». Вы смотрите новости в студии Светлана Леонтьева. Добрый вечер. Проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год Верховная Рада рассмотрит до 20 октября. Согласно регламенту, парламентарии должны принять его в первом чтении. Об этом во время согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Обсудили проект закона и во время заседания фракции «Слуга народа». На месте сейчас работает наш корреспондент Юлия Грановская. Юля, так к чему пришли депутаты? Да, Светлана, заседание фракции «Слуги народа» до сих пор еще продолжается, однако на брифинг уже вышел нардеп Данил Гетманцев, который отметил, что бюджет государственный 2022 год является вполне реалистичным. Предлагаю послушать его речь. Бюджет є реалістичним. Бюджет дійсно передбачає ті параметри розвитку, які є реальними на наступний рік. Він не є надто оптимістичним, але тим не менш це є бюджет виходу з кризи. І ми повинні з цим погодитися. Ми повинні з вами навірити у казки, що якщо ми з вами проголосуємо якусь неймовірну цифру, то вона обов'язково справдиться. Напомню, что ранее министр экономики Сергей Марченко сообщал, что в 2022 году в государственном бюджете приоритет будут отдавать медикам, а также военнослужащим. Кроме того, известно, что предварительно на борьбу с COVID-19 направят 22 миллиарда гривен, что на 5 миллиардов больше, нежели в текущем году. Однако при этом утром во время согласительного совета депутат Железняк отметил, что пока что в проекте бюджета на 2022 год нет никаких правок, которые бы поддерживали малый и средний бизнес во время карантинных мероприятий. Предлагаю послушать его речь. І, на жаль, досі у нас не прийняті жодні зміни до бюджету, як цього року, так тим більше наступного року, де жодна копійка не закладена на підтримку українського бізнесу під час локдауну. А це той бізнес, який знову буде вимушений закритися через те, що у нас низький рівень вакцинації. 15% з 60, якщо я не помиляюсь, останні дані щодо вакцинації. Це дуже мало. Также во время брифинга фракции «Слуги народа» сообщил Данил Гетманцев о том, что фракция приняла решение об исключении из фракции депутата Буймистровой. Кроме того, он прокомментировал возможную отставку министра экологии. Предлагаю послушать его речь. Вы чули анонс щодо министра экологии? Напевно, він напише заяву. Поки цієї заяви нема в Верховній Раді, у голови Верховної Ради, ми не можемо обговорювати питання його відставки. Але якщо так станеться, то ми приймемо це рішення без будь-яких затримок. К тому же уже сегодня известно о том, что Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание Верховной Рады, которое состоится 21 октября. В частности, на повестке дня предлагает президент проект закона номер 4507 об энергоэффективности, а также запланирована ратификация ряда европейских договоров. Светлана, пока у меня все. Мы продолжаем следить и далее за заседанием фракции «Слуги народа». Спасибо, Юля. С нами на связи была Юлия Грановская. Она продолжает следить за заседанием фракции. «Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации «Северного потока-2». Украинская компания настроена доказать, что российский газопровод не должны сертифицировать. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Ветренко. По его словам, этот проект «Газпрома» не только угрожает Украине как одному из крупнейших участников рынка газа, но и не соответствует европейскому законодательству. Если немецкое правительство примет заявку, то в дальнейшем оно должно будет учитывать позицию и аргументы Украины. Наша основная позиция полягає в том, что «Північний потік-2» не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено
його повну відповідність європейському законодавству. І саме з цієї позиції ми показуємо німецькому регулятору, що сертифікація оператора «Північний потік-2» завдасть шкоди конкуренції на німецькому ринку, завдасть шкоди конкуренції на європейському ринку, зокрема на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії. Украина сотрудничает с международными партнерами для восстановления работы мониторинговой миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой области. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины. Действия России и незаконных вооруженных формирований там назвали недопустимыми. Накануне стало известно, что наблюдатели ОБСЕ заблокировали в гостиницах неподконтрольных Украине Горловки и Донецка. Из-за угрозы их безопасности миссия заявила о приостановке деятельности на этих территориях. Россия разрушает минские договоренности и разжигает вооруженный конфликт на Донбассе. Так блокирование работы миссии ОБСЕ расценивают в Министерстве иностранных дел Украины. Мы закликаем Россию до неухильного выполнения своих обязательств, а саме припинити провокации против международных спостерігачів миссии ОБСЕ, розблокувати їхнє пересування, забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях та гарантувати безпеку. Уже несколько дней в неподконтрольном Украине Донецке возле отеля, в котором базируется миссия ОБСЕ, проходят так называемые акции протеста. Незаконные вооруженные формирования требуют выдать их пособника Андрея Косяка, задержанного украинскими военными по подозрению в умышленном убийстве. В субботу около 200 человек заблокировали представителей ОБСЕ в неподконтрольном Донецке. Накануне такая же ситуация сложилась в Горловке. В связи с протестом возле отеля, где в неподконтрольном правительству Донецке проживают члены миссии, специальная мониторинговая миссия не имеет возможности отправить из него какой-либо патруль для выполнения порученных ей задач. Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату миссии. Мы призываем стороны устранить любое препятствие свободе передвижения специальной мониторинговой миссии. Из официального комментария отдела прессы и публичной информации специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Главная цель незаконных вооруженных формирований и России – надавить на представителей ОБСЕ. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. По его словам, летом в мониторинговой миссии произошла ротация, и нынешние ее члены более принципиальны в оценке того, что происходит в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Это видно по заседаниям в трехсторонней контактной группе, не отвечает ожиданиям России. Россия нервничает, ее представители истерят. Они, скажем, заинтересованы в том, чтобы ОБСЕ там работало. Но им нужна ОБСЕ, которая будет лояльна к ним, которая будет показывать ситуацию так, как им выгодно. Поэтому они давят сейчас на ОБСЕ. При этом Россия пытается вынудить Украину сесть за стол переговоров с представителями незаконных вооруженных формирований, фактически признав их стороной конфликта. Поэтому выдвигаются невыполнимые требования. Ведь ОБСЕ не может повлиять на Украину в вопросе выдачи задержанного Андрея Косяка. Но в заложники взяли представители иностранных государств, и говорить об этом будут на международном уровне. Соответственно, они достигают таким образом своей субъективизации. О них говорят. Их требования выслушивают, хотя они абсурдные требования. Дальнейшее развитие ситуации зависит от твердости позиции Украины и ОБСЕ, считает Сергей Гармаш. Просто выдать задержанного Андрея Косяка на условиях шантажа нельзя. Он должен предстать перед судом по всем предъявленным ему обвинениям. Только после этого он может попасть в список на взаимное освобождение удерживаемых лиц. Анна Исайкина, новости Украины. Уже 5 областей Украины в красной зоне эпидопасности, и в ближайшие дни туда могут попасть еще 3 региона. Заболеваемость COVID-19 стремительно растет, ситуация в стране ухудшается. Когда прогнозируют пик, выясняли мои коллеги. 6 регионов в желтой, 14 в оранжевой, уже 5 в красной зоне эпидопасности. По показателям заболеваемости коронавирусом красными в ближайшие дни могут стать еще 3 области – Житомирская, Сумская и Луганская. Зараз рівень захворюваності на COVID-19 перевищений вже в більшості регіонів. Проте ситуація, яка в нас виникла в 5 областях, це Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Одеська і Запорізька область. І ця ситуація саме пов'язана з тим, що навіть на
цих вихідних відбувалося позачергове засідання комісії ТЕП та НС, та в цих регіонах було проголошено червону зону. І це саме, зокрема, сталося через легковажне ставлення і до вакцинації в тому числі. На сегодня ковидные отделения в больницах загружены уже более чем наполовину. За прошедшую неделю вирус забрал жизни 2300 человек, а это на 22% больше, чем недели ранее. По прогнозам специалистов, пик заболеваемости наступит в ноябре. Количество инфицированных растет с каждым днем. Вакцинация, как напоминают в профильном министерстве, единственный способ защититься и облегчить симптомы болезни, особенно для людей старше 60 лет. Дивіться на Велику Британію, на Данію, на Німеччину. Ну, Велика Британія і Данія взагалі найперші вакцинували найбільше людей. Незважаючи на великі цифри інфікованих, в них немає госпіталізації, в них немає навантаження на систему охорони здоров'я, тому вони і відмовляються від карантинних обмежень. В них уже в Україні же 97% пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, це ті, хто не вакцинувався. Но при такой красноречивой статистике, даже в регіонах красной зони, где больницы переполнены, многие все еще сомневаются в важности прививок. Люди не хотят прививаться, поэтому и увеличивается. Никто не делает цепления, уколы. А почему? Или боятся, или кто его знает. Привилась. Считаю, что всем надо еще это сделать. Еще. Я еще в червне сделал две вакцины. Коронавак, конечно, но то, что было предложено. Сейчас в Украине в свободном доступе более 14 миллионов вакцин разных производителей. Все они сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения. В Минздраве призвали местные власти ускорить темпы вакцинации, особенно в регионах красной зоны. На сегодняшнем селекторном совещании президент Владимир Зеленский поручил тщательно отслеживать работу центров массовой вакцинации, особенно в выходные. Вполне понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задача Минздрава и местных властей – обеспечить такую возможность. И у нас должен быть комплексный подход к информационной кампании среди украинцев о важности прививок. Владимир Зеленский, президент Украины, официальный сайт Офиса президента Украины. В Украине полный курс иммунизации уже прошли почти 6,5 миллионов украинцев. Тех, кто получил одну дозу, на миллион больше. Все они могут получить сертификаты вакцинации. При этом документ будут выдавать и тем, кого иммунизировали препаратами разных производителей. И при условии 100% вакцинации персонала и посетителей ограничений можно избежать даже в красных зонах. А с 21 октября сертификаты вакцинации или же негативный ПЦР-тест будут необходимы при межобластных поездках на поездах или автобусах. Также известно, что в школах, где иммунизация персонала является обязательной для работы офлайн, уже более 80% учителей получили одну дозу, а 56% прошли полный курс вакцинации. Ирина Коваленко, Новости Украины. Эпидограничения как стимул к вакцинации. В Днепре и Одессе выстраиваются очереди из желающих сделать прививку от COVID-19. А полиция активно продолжает борьбу с поддельными COVID-сертификатами. Так, за прошлую неделю изъяли почти 200 фальшивых документов о вакцинации и справок о результатах тестов. Патрули штрафуют нарушителей карантинного режима. Подробнее наши региональные корреспонденты расскажут. Красная зона в Днепропетровской области. Плановые госпитализации отменили, школьников отправили на досрочные каникулы. Кафе, спортзалы и торговые центры работают с ограничениями. Обмеження не діють. Якщо 100% співробітників, організаторів та відвідувачів, учасників вказаних закладів або заходів будуть повністю імунізовані та матимуть зелений ковід-сертифікат. Два чоловіка, пожалуйста. В пунктах массовой вакцинации полукилометровые очереди. Такого количества желающих получить прививку от коронавируса не видели за последние полгода, говорят медики. Только в одном из них за день. На первую дозу вакцины записалось более 6 тысяч человек. Ограничения ввели, в связи с ограничениями нужно вакцинироваться. В областной больнице количество ковид-пациентов в 3 раза превысило прошлогодние показатели. Тяжелые больные, а таких 28, находятся в реанимации. Еще 150 в 2 корпусах. Они тоже переполнены. Каждого дня доставляем ріжка. В реанимации ситуация более жахлива. Каждого дня витрачається 2,5-3 тонни кисню. Это уже стало нормой.
Одесская область – антилидер по количеству новых случаев COVID-19 сегодняшнего дня в красной зоне карантина. Люди начали массово вакцинироваться. Минувшие выходные стали рекордными по количеству прививок от коронавируса. Почти 17 тысяч человек за два дня. С утра у городских поликлиник тоже очереди. Одесса перешла в красную зону. Я первое дело, было 3 человека очередь. Не было людей вообще. А это сегодня красная зона, вот я так думаю, поэтому толпа. Программа висит на первой прививке. Вторую можно сделать, а первую нет. Я делал до этого тест, ПЦР-тест, и, то есть меня устраивало. Сейчас я хочу сделать вакцинацию, получить сертификат. По словам медиков, городские опорные больницы переполнены пациентами с коронавирусом. Наши прогнозы щодо стрімкого зростання захворюваності справдилося. І це пов'язано, перш за все, недотримання карантинних та інших обмежувальних протиепідемічних заходів населення в місцях загального користування і масового перебування, перевантаження більш ніж розраховано сидячих місць міського та приміського транспорту, переважно без дотримання маскового режиму. А вот одесситы говорят, действие усиленного карантина и новые ограничения они еще не успели ощутить на себе. Ну, я надела маску, я до этого и не надевала. Пока никуда не пыталась попасть, как бы, не знаю. Ну, по-моему, это вообще все бред с этими зонами, карантинами, масками, прививками. Массовый психоз, считаю. Переполненные больницы и штрафы за отсутствие маски в общественных местах Донецкой области теперь официально в красной зоне. На сьогодні всі 30 лікарень, які внесені до переліку керівника робіт щодо госпіталізації хворих на ковід, працюють. Завантаженість ліжок складає майже 90%, 88,8%. Планується, розглядається можливість ще додаткового відкриття лікарень. Ограничения в області усилили еще на прошлой неделе. Только за последние 3 дня поліція составила около 200 протоколов за отсутствие маски. Да, я плохо отношусь к тому, что люди нарушают, не хотят, так сказать, маски одевать. Ну, наверное, правильно. Потому что до меня уже дошло. Я за, потому что у меня знакомые умерли недавно. За 4 дня человек сгорел. В Минздраве же напоминают, ограничения красной зоны не коснутся тех коллективов и посетителей, у кого есть ковид-сертификаты о полной или частичной вакцинации. Наталья Гусак, Богдан Сивко, Алена Грамова. Новости Украины. В Минздраве подчеркивают, иммунизация – самый действенный метод профилактики коронавируса. Медики также призывают носить маски и придерживаться социальной дистанции. Получить ответы на все вопросы, касающиеся COVID-19 и вакцинации, можно, позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экранах. Только победа! С таким настроем донецкий «Шахтер» сыграет завтра с мадридским «Реалом». Поединок третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало матча в 22:00. А о тренировке горняков накануне предстоящей игры Елена Дидух расскажет. Разгромная победа 6-1 над Луганской «Зарей» в матче украинской премьер-лиги значительно подняла настроение игрокам «Шахтера» и прибавила уверенности накануне матча Лиги чемпионов. На тренировке перед игрой с мадридским «Реалом» на базе «Святошин» футболисты улыбались и шутили. Выполняли беговые упражнения на координацию, работали с мячом в парах и отрабатывали игровые комбинации. В завтрашнем матче настроены только на победу. Без всяких сомнений, мы должны быть готовы к завтрашнему матчу с «Реалом». Сейчас Анчелотти во главе этого клуба. У нас есть сильные игроки, мы действительно должны завтра показывать футбол высочайшего уровня. Добиться важнейшего результата для нас в завтрашнем матче, конечно же, победы, и таким образом продолжить наш путь в этой кампании Лиги чемпионов. В первом туре группового этапа «Шахтер» сенсационно проиграл на выезде «Шерифу» 0-2, а затем во втором туре в Киеве сыграл в нулевую ничью с «Интером». «Реал» в первом туре в гостях обыграл «Интер», а потом уступил на своем поле «Шерифу». Сейчас дончане на последнем месте в группе «Ди», и им просто необходимо изменить сложившуюся ситуацию. Ну, скорсо,
Конечно, как тренер я очень хотел, чтобы мы выиграли и у «Шерифа», и у «Интера». Посмотрим, как завтра сложится матч против «Реала». Для нас важно видеть наш прогресс. То, как мы улучшили наш уровень последнее время. Это важнее для меня, чем, собственно, результат. «Шахтер» и «Реал» дважды встречались в прошлом году на групповом этапе Лиги чемпионов. И оба матча завершились победой дончан. Возможно, «Фортуна» и в этот раз будет на их стороне. Несмотря на прогнозы букмекеров, которые верят в победу испанского королевского клуба. Елена Дедух, Дмитрий Борщ, Новости Украины. С пожеланием всегда достигать поставленной цели я прощаюсь с вами до следующего выпуска новостей. Берегите себя и не забудьте вовремя сделать прививку, чтобы не болеть тяжело и не попасть в больницу. До встречи!